Привет, дорогие друзья! А вот и герой сегодняшнего ролика – комплект видеонаблюдения от китайского бренда Joan. 4 3-мегапиксельных камеры и один видеорекордер. Все это поместилось в эту небольшую коробку. Мы ее распечатаем, посмотрим комплектацию, подключим камеры к рекордеру, рекордер подключим к монитору и посмотрим на качество картинки. И я уверен, что вам понравится. Открываем коробку, и первое, что нас встречает, это инструкция. Да, она выполнена на английском языке, но в ней присутствуют цветные иллюстрации, так что все понятно и никаких сложностей не должно возникнуть. Далее мы извлекаем коробку, в которой находятся блоки питания, а также дополнительная Wi-Fi антенна и мышка. Мышка USB проводная, но в любой момент можно ее заменить на беспроводную. И это только придаст удобство в работе. Достаем 4 блока питания для наших 4 камер и также один блок для видеорегистратора. Блоки питания для камер рассчитаны на 12 вольт 1 ампер, а блок для видеорегистратора на 12 вольт 2 ампера. Достаем коробки, в которые вложены Wi-Fi камеры, как я уже говорил, они 3-мегапиксельные. Открываем и видим, как бережно производитель упаковал камеры. В комплект входит монтажный комплект для крепления камеры, Wi-Fi антенна, ее можно устанавливать под любым углом. И вот сама камера. Камера выполнена из металла, все сделано аккуратно, имеет такой достаточно приличный вес. И внешний вид ее очень привлекательный. Камеры уличные, имеют влагозащищенность IP66, но также их можно устанавливать и внутри помещения. Под объективом находится светосенсор, который переводит камеру с наступлением темноты в режим ночной съемки. За ночную съемку отвечают 4 светодиоды, которые скрыты под тонированным стеклом. Видеосигнал от камеры до рекордера передается по Wi-Fi и пишется в кодеке H265. Достаем из упаковки рекордер и восхищаемся его внешним видом. Белый цвет, черная вставка – все это придает устройству шикарный вид. Снизу, по бокам и сверху имеются вентиляционные отверстия. С тыльной стороны имеются 2 Wi-Fi антенны, гнездо для подключения блока питания, гнездо для подключения мышки, гнездо для подключения интернет-кабеля RG45. Также имеется разъем для подключения HDMI кабеля, VGA кабеля и гнездо для подключения динамика. Подключение камер к рекордеру занимает всего лишь несколько минут. Не нужно тянуть никакие длинные провода, а достаточно лишь подключить блоки питания. Тем более, что длина провода от блока питания составляет 3 метра. Подключаем к питанию сам видеорегистратор, подключаем к нему мышку, интернет-кабель и в нашем случае кабель VGA. И вот, друзья, вся система собрана, подаем питание, ждем несколько секунд и наши камеры прокачиваются и выводится изображение на экран монитора. Изображение, нужно сказать, четкое, красочные, тем более можно отрегулировать как по цветности, по контрастности и установить дополнительные настройки. В настройках видеорегистратора находим QR-код мобильного приложения IC Cloud. Скачиваем его на телефон, открываем само приложение, проходим несложную регистрацию через электронную почту или введя свой Apple ID. И все, друзья, практически вся работа сделана. Единственное, что осталось, это сканировать третий QR-код с настройками видеорегистратора. Присваиваем имя нашей системе, еще пару секунд, и все, камеры прокачиваются на мобильные приложения. В интерфейсе программы заложено несколько языков, также имеется русский язык. Перейдя на русский язык, все становится достаточно понятно, все логично. Вы можете пройти по меню, и у вас не возникнет никаких сложностей с настройкой программы. А вот и самый интересный раздел – это установка тревожных зон.
Выставляя тревожную зону на экране монитора, вы будете получать сообщение по электронной почте, как только что-то будет двигаться в этой зоне. Также вы можете установить зону, на которую не будет реагировать система. Все эти параметры можно задать как на отдельные камеры, так и на все 4 камеры. Кстати, к этому видеорегистратору можно подключать до 8 камер Wi-Fi. Ночная съемка камер, так же как и дневная, выглядит безупречно. Также все качественно видно, изображение не теряет своей цветности. С наступлением полной темноты камера переходит в режим ночной съемки. Изображение переходит в черно-белое видение. Все четко видно на достаточно приличном расстоянии, так что камеры только радуют. Все происходящее можно просматривать также на мобильном телефоне в хорошем качестве. Все понятно, картинка четкая, красочная. И вот, в общем-то, друзья, и все, что я вам хотел рассказать по этому комплекту видеонаблюдения от китайского бренда Joan. Кому понравился комплект, вы можете пройти по ссылке внизу под видео. Продавец проверенный, товар хороший, так что заходите. Выбирайте, покупайте и наслаждайтесь.